Black Metal. Когда она в итоге заснула? Она поела? Все, блин, я пошел. Ты взял деньги для Меган? Ага. Меган, давай поговорим, когда мы доберемся до дома. Мы будем через пару минут. Все, пока. Вы нашли, что хотели? Да. Наша карта есть? Нет. Купоны есть? Нет. Это твоя команда? Ну да. Бумажный или пластиковый? Пластиковый. Слышал про парнишку? С вас 15-20. Из Хьюстона, который свою учительницу убил. Мужик, я вообще-то домой спешу. Во всех новостях было. Парнишка твой фанат. Нарисовал это дерьмо на стене ее крови. Наслаждайся популярностью. Тебе, наверное, такое нравится. Давайте. Это небось твой выродок сделал, урод. Да пошел ты, сука! Извини. Что, все плохо? Нормально. Я оставила сообщение на работе. Меня утром заменят. Тебе надо с кем-то об этом поговорить. Я справлюсь. Нет, милый, не справишься. Боюсь, ни один из нас не справится. Кому такое могло в голову прийти? 15 ударов ножом. Что за хрень? Я не знаю. Я не знал этого парня. Я знаю. Это не твоя вина. Ты здесь ни при чем. Иди сюда. Музыка стала причиной жестокого убийства. Пап! Привет, мартышка. Ты как, не спится? Почитать тебе сказку? Иди сюда. Почему ты до сих пор не спишь? Телефон все время звонил. Иди сюда. Давай с тобой полежим. Одеялко потеряла. А что с тобой случилось? Я подрался. Почему? Потому что один человек сказал про тебя плохое. Почему? Случилось что-то очень плохое. А что плохое случилось? Ты когда-нибудь злилась на маму? Точно? Я видел, как ты злилась на маму. Ты злилась когда-нибудь сильно-сильно? Когда не знаешь, что делать, и хочется просто орать.
А тот парень сильно разозлился. Он уже не мог себя контролировать. А люди думают, что я ему помог. А ты помог? Озвучено студией «Енот и сова» в 2019 году.